Здравствуйте! В этом ролике посмотрим, как проводится операция в AirKeeper вместе с UDS. Здесь будет продемонстрирована работа интеграционного модуля, который сделал компания Inform. Открываем столик в AirKeeper, и здесь появляется такая кнопка UDS для ввода кода клиента, либо также можно ввести номер телефона. Код клиента вводится для накопления и списания бонусов, номер телефона можно ввести просто для накопления бонусов. Мы воспользуемся кодом клиента. Открываем мобильное приложение UDS и вводим код 971-177. 971-177. Отображается информация о клиенте, сколько у него есть бонусов, фамилия, имя и статус в данной компании. Нажимаем ОК. Здесь есть выбор списать бонусы, либо же клиент будет просто их копить. В данном случае спишем бонусы. Подставляется автоматически максимально допустимое количество бонусов для списания. В данной компании настроено так, что можно максимум оплачивать бонусами 50% счета. И можете заметить, что общая сумма счета 4, и мы списываем 2 бонуса. Печатаем причек. В причеке будет отображаться информация о том, что клиент списывает 2 бонуса, и ему осталось доплатить 2 рубля. В данном случае. И последним шагом осталось закрыть этот стол. То есть закрывается стол уже другими валютами, например, банковской картой или наличностью. Выбираем наличность. После закрытия стола в UDS эта оплата автоматически проходит. И отображается окно для оценки за обслуживание. На этом все. Спасибо.